20 мурманских призывников получили путевки главы муниципального образования на военную службу. Это традиция между городской администрацией и 61-й отдельной Киркинесской краснознаменной бригадой Северного флота, которая базируется в поселке Спутник, зародилась 16 лет назад. С тех пор каждый год лучшие и наиболее подготовленные призывники идут служить в морскую пехоту в поселке Спутник. Эта воинская часть считается одной из самых престижных на Северном флоте. До конца года в мурманском военкомате планируют призвать на срочную службу порядка 400 человек, а лучшие двадцатки новобранцев в торжественной обстановке вручили путевки главы муниципального образования города Мурманск и пожелали хорошей службы. Это мурманчане, которые имеют базовый уровень знаний, имеют физическую подготовку, как правило, спортивные разряды. И когда мы проводим день призывника, уже военнослужащие морской пехоты приезжают на этот праздник и показывают юным мурманчанам, как они научились владеть оружием, рукопашным боем и показывают преимущество военного образа жизни.